Предотвратить побег, о новых технологиях в слежении за заключенными сегодня журналистам рассказали в московском следственном изоляторе номер 2. Он больше известен как «Бутырка». Итак, журналистам показали новый комплекс распознавания личности, точнее две его версии – мобильную и стационарную. «Папилон» – так называется устройство, сканируя отпечатки пальцев, выдает всю информацию об арестованном. Подобные дактилоскопические процедуры применяются после выездов заключенных за пределы СИЗО в суды и на следственные мероприятия. Также начальник изолятора продемонстрировал пункт контроля. Почти все помещения «Бутырки» оборудованы камерами слежения. Всего их 400 штук. И вот вы видите за мной, за спиной мониторы, это установлено непосредственно в камерах. Вот. В первую очередь установлены там, это за теми лицами, которые требуют какого-то более усиленного надзора. Это либо лица, совершившие преступления, которые имеют какой-то общественный резонанс, это либо лица, склонные к каким-либо эксцессам, это возможно к побегу, к нападению, к суициду, к членовредительству и так далее. В ближайших планах руководства изолятора установить еще 300 камер. Кроме того, в тестовом режиме работает электронная система, позволяющая заключенным изучать материалы уголовных дел, не покидая СИЗО.